каждый сезон это новые открытия, новые игроки, новые команды. Да, и Ксения Парубец начинает этот матч с забитого очка. Локомотива тоже да, на месте, именно, первый именно, домашний матч у них. Эти, ну, хочется еще отметить, Наталья Малых, она не то, что просто с быстрых передач нападает, у нее же такая еще своеобразная техника. Тут действительно, играть, тем больше ты ее будешь понимать. Очень плохой подброс. Хорошо, что исправила. Здорово в защите. Сегодня Парубец за ней. Плохо. Я думаю, что смутило их вот это падение практически на земле было. Карапур там оказалось от нее, что... Бровкина. Еще одна передача. Здорово, в защите Парубец. Передача в 4 на Кроткову. Страхуют. Догонят, нет. Еще да, один сетбол отыграл Локомотив. 23-24. Здесь, я думаю, уже немного занервничали волейболистки саратовского Протона. И эта волейболистка справляется Виктория Горбачева. Быстрая передача на Парубец во вторую зону. Горбачева, здесь все, конечно, было сделано очень правильно. Здорово есть принимает. Идеальный прием, быстрая атака на Ксению Парубец. Сейчас так этот мяч Юрий Маричев отбил. Фенко, зная, что в четвертой зоне блокирует не самая высокоблокирующая Алена Кондрашова, подключает она свои центральные моменты. Ничего не получалось у крайних нападающих забить через Алену. Да, но вот подающие. Тут, кстати сказать, на заметку, наверное, судьи, ну, простили на первый раз. Замена в калининградском зале до лицевой линии. Дальше передвижение тренера запрещено. Сложная подача, но справляется с приемом Кроткова. И какой отскок Виктория Горбачева. Умница большая. Здорово Костюкевич играет. Либеро просто чудеса творят. Сегодня сумасшедшая защита Кротковой. Здесь отыгрывалась Ксения Парубец. Как раз выполняла такой удар, чтобы можно было еще раз Вы его посмотрите, доиграть. Что творит Оля Костюкевич. Это просто невероятно. Человек закрывает практически две трети площадки в защите. Кто? Ксения Парубец. Да, решает Ксения Парубец. Завершает она свои атаки. Ну, это, да, действительно, супер розыгрыш. Тут прям Кикевич. Это просто шедевр. Ну, быстрый обман по задней линии. Именно туда отправляет рейковое очко. Здорово поборолась Кондрашова на сетке. Здесь заработал блок. Закрыли такие линейно. Вот здесь на повторе, мне кажется, будет видно, как Ксения Парубец доработала левой рукой, да, на блоке. Кисть, да. Молодец. Замена в Локомотиве. Нападающих на передней линии. Да. И если вот это будет длинная сторона. А это, получается, на коротке там все играли, все блокирующие там оказались. Наталья Малых с высокой передачей с задней линии. Ошибается Ксения Парубец. Но касание сетки я бы смотрел. А, да, судьи тоже увидели. Вот, я только... Есть прием в длинную сторону передачи на Ксению Парубец. Здорово достает либеро Локомотива. И Ксения Парубец дарит такую надежду, что сумеет все-таки Локомотив, может быть, догнать в этом сете.